Ну что, сегодня мы с командой Москвы на день рождения Москвы пришли на сайклинг. Вот сейчас я вам покажу этих ребят и какими они будут после тренировки. Вот что такое сайклинг-тренировка. Это тренировка на велосипедах, поэтому будет очень интересно в таком вот месте. Так что погнали, спросим, как их первые впечатления и чего они ждут. Вот так вот все выглядит здесь. Водичка. Вот там вот раздевалки. Уже музыка играет, так что погнали. Кстати, мне еще выдали обувь. Такая прикольная. Да, очень много эмоций, много заряда позитива. И я очень хочу уже быстрее начать. Погнали. Погнали. Так вот это все выглядит очень интересно. Сейчас посмотрим. Я надеюсь не умереть. Ты участвовала раньше в таком? В Москве нет. Я помню, что это очень тяжело, если без особой физподготовки. Поэтому мы уйдем мокрые, усталые, но уставшие, но довольные, 100%. Круто. Как тебе нравится? Мне очень понравилось, было очень насыщенно, интенсивно, очень тяжело, у меня с непривычки было всякость, но ощущение после крутой тренировки очень круто, спасибо. Ну а после тренировочки мы, конечно, решили зайти в вот такое вот красивое место. А мы уже пришли на фестиваль «Цветочный джем». Нас немного, нас всего трое, но все равно тут классно. Вот, посмотрим, что тут есть. Меня зовут Катя. Я являюсь аспирантом одного из институтов Академии наук и прохожу стажировку в правительстве Москвы, в его структурах. Мое первое место — это университет управления правительства Москвы, отдел специальных проектов. Как тебе сегодняшняя тренировка? Вообще очень классно. Я насладилась невероятно сайклом, невероятно потрясающе просто. Кайфанула от концерта Мадонны, и тренироваться под него — это восторг, правда. Я не заметила, как я проехала почти 23 километра. Если бы мне сказали, я бы, что типа проедь такое расстояние, я бы просто офигела, мне кажется. И такая, нет, это слишком тяжело для меня. Но на самом деле это классно и очень легко. Так что тренируйтесь. Классный контент в классных местах. Это реально клево, да. Сейчас я стажируюсь в агентстве промышленного развития, в управлении инвестиционного анализа. Непосредственно занимаюсь созданием дайджеста для того, чтобы инвесторы, и в том числе наши чиновники, могли подпитываться какими-то классными идеями развития города, градостроительных проектов. Это интересно для меня, это у меня совершенно новая такая сфера. В общем, все, что хотела сказать непосредственно о себе. Если говорить о тренировке, то это было невероятно классно. Это был для меня непривычный формат. Я даже не знала, что такое есть в Москве. И спасибо, кажется, наши
организаторам стажировки за то, что есть какое-то просто невероятное количество различных мероприятий, развивающих тебя не только в плане профессиональном, но и как бы так сказать, всесторонне, в общем, да, чтобы мы были всесторонне развитыми личностями. И меня покупил, конечно, формат того, что ты можешь не только заниматься спортом, но и параллельно смотреть концерты. И как только включается любимая песня, ты ускоряешься, эти десятые дыхания, ты уже готов просто мчать. Покорять этот свет, эту планету. Да, уже готов сорваться просто и ехать уже самостоятельно. Ну что, мы погуляли с девочками, очень классно. Сейчас я тоже пойду немножечко прогуляюсь, сниму вам отдельный еще фестиваль «Цветочный джем». Вот, и на этом, наверное, мы закончим празднование Дня Москвы. Вот, подруга. Посмотрите, какие розы красивые, они повсюду. Москва, с днем рождения! 874. Смотрите, какие тут клумбы. Тут их много, много разных цветов. Вот там розы красивые. Сейчас я их еще поближе покажу. Вот смотрите, вот здесь у нас красивые цветочки. Прелесть. Красота. Так, вот здесь красиво, много клумб с различными цветами. Очень классно, но как всегда. Кстати, на самом деле очень жалко, что нету каких-то палаток там с едой, с национальной. Знаете, вот обычно это было, когда вот цветочный джем, да, то есть были какие-то ярмарки с едой, мороженое и так далее. Потому что тепло, погода просто невероятно классная. Завтра, ну, на следующей неделе уже будет не так хорошо. Там, по-моему, 9 градусов. В общем, наслаждаемся погодой. Так. Ну что, на этом хотелось бы закончить, наверное, этот блог про день рождения города Москвы, про нашу тренировку, про стажеров и так далее. Надеюсь, то, что вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Вот, и будут еще живые видео обязательно. А вы пишите еще в комментариях вопросы, которые вас интересуют по поводу стажировки в правительстве Москвы. Всем пока!